Thank you.
Да, это был так прикинь. Вегас. Так что вылез зрели только первую страницу. Ну ладно. Я расскажу, наверное, так, что я об этом всем думаю. А потом мы посмотрим, что из этого еще можно нарыть себе лично в копилку, что понравится, что не понравится. Вообще меня удивило, как Чайковский точно передает то, что он хочет сказать. Потому что мы эту думку делали один раз одновременно фактически с Левой. Лёва её делал для себя, а я потом её взял себе в копилку, поскольку мы уже её сделали, вот, и тоже сыграл. Вот, это был один раз, года 2.5 назад. И тогда мне показалось, что она очень созвучна толстовской «Войне и мире», «Войне и миру». Причём не в том аспекте, что там какой-то сложный закрученный сюжет или там какие-то метания Маши Ростовой, А то, что, в принципе, вот была вот эта война 12-го года, и потом после нее люди пришли домой. Мне было очень близко вот здесь в думке сцена Николай, да, Ростов, когда он в первый раз пошел в атаку, значит, и было ему ничего вообще не понятно, что происходит. Вот как он до этого ожидал вот этого момента, что он сейчас, да, сейчас я ворвусь туда, на своем коне. Вот. А в итоге так и не понял, фактически, что произошло. И мне было близко здесь сцена Балконского, который лежит и смотрит на небо. Вот. В общем, как-то мне отозвалось это все Толстовым. И при этом сама, скажем так, образная сфера, она была вот не столько дворянская, сколько казачья. Мне все время хотелось это перевести на казаков, на казаков. И как потом выяснилось, потом это буквально вот, когда я сейчас начал готовиться к нашей встрече, я решил пройти сам по этому пути, да, то есть связать какую-то часть себя с этим произведением более глубоко. Потому что, как я говорил уже в первой части, когда мы исполнители что-то готовим, то мы отбрасываем сразу то, что не подходит лично нам. И мы не смотрим на другие варианты. Вот. И я как-то закопался, послушал очень много разных людей, которые эту думку играют. Почитал, что вообще такое думка. И оказалось, что это действительно в России был жанр фактически исключительно казачьей поэзии. И что как раз незадолго до того, как Чайковский эту думку написал, очень много думок пришло в Москву. Пришли они с двух сторон. Во-первых, они пришли в виде фольклорных изысканий. В 75-м, кажется, году вышел сборник «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», который собрал Головацкий. В 78 году, а думка в 89-м. А к тому же в Москве в это время были на слуху думки Дворжака. Это как музыкальный такой источник. Вот. Это все очень тесно перекликается с тем, какая получилась думка у Чайковского. Я вам чуть попозже прочитаю одну из таких совсем народных думок. Вот. Что мне тут кажется интересного? Интересно то, что вот эта вот тема основная, она занимает очень мало времени в думке. При этом она ее как бы обрамляет, и кажется, что по идее она должна быть, она должна нести очень много информации. Это я вообще пытался этого достичь, потому что, ну, там мы дальше немного поговорим по форму, но действительно кажется, что вот именно разница, вот эта тема, она очень важна в своей трансформации. И особым, конечно, было бы, скажем так,
мастерством показать эту трансформацию, не меняя темпа нигде, я сейчас этого не смогу сделать. Вот. Но интересно, как бы, что эта тема начинается в более, скажем, таком светлом ключе. И при всей своей, скажем так, ну, заунывности, что ли, ну, как у нас вот русское село, не совсем оно счастливое, оно в чем-то тяжелое, но оно с какие, эта тема еще была с какой-то надеждой, с каким-то ну, запахом будущей жизни, а в конце она уже тема разбитого села, села, в которое ты пришел, и там, ну, как-то было в песне «Сгорела хата», да? Солдата. Вот. И интересно, как с этим контактирует середина, потому что середина занимает основную часть думки, она кажется главным таким сюжетом, активным, в котором с героем что-то происходит. При этом мы в середине не замечаем фактически вот эту самую основную нашу тему, то есть совершенно контрастный эпизод. Вообще для Чайковского это характерно. Чайковский особый мастер трехчастной формы, трехчастной структуры, когда у нас есть в крайней части, рассказывающей об одном, есть совершенно контрастный эпизод. Допустим, для примера, давайте я сегодня песню полностью сыграю. То есть это точно примерно такой же по наполнению получается произведение, чуть меньше, когда есть первая тема с ноткой ностальгии и с какой-то надеждой, с какой-то молодостью внутри. А второй раз она повторяется идентично, но при этом в ней однозначно уже идет увядание. Вот. А середина при этом... Ну, середина чуть больше связана здесь.
такой вот диалог между этими произведениями. Вы заметили, где все сломалось? Сердце. Да? Наш герой или осень, я не знаю, кто пытался что-то сделать, да? Было вдохновение на это все. И не срослось. И после этого началось свидание. То есть здесь идет... Хорошо, когда вы ничего этого не говорите. Да? Почему? Потому что... А вот действительно, слова как-то занижают, и бытовой какой-то, бытовая речь, она ну, как бы снимает какую-то метафизику, которую там в музыке, когда вы играете, возникает. Вот мое такое ощущение. Не знаю, мне вот наоборот метафизика не музыки. Мне хочется какой-то конкретики, мне хочется того, что можно не то чтобы выразить словами, а то, что звучит по-человечески. Вот. То есть я всегда стараюсь, чтобы оно было максимально человечно. Но это вот мой как бы путь, это не всегда оно как бы действительно. Ну это же не всегда от вас зависит. Да. Конечно. Вот. А в думке все ломается далеко не в середине, мне кажется. И поскольку все ломается где-то уже в кульминации. Ну вот это у нас. Та-там-пам-пам-пам. Чё? То есть до этого еще он был более таким полным силой, потом что-то случилось. И вот это что-то случилось, мне кажется, оно диаметрально противоположно тому, что случается в осенней песне. И самое главное, поскольку это случается в самом-самом конце, у нас остается очень мало вот этого, то, что называется экранным временем в фильмах, а тут ну, у нас очень мало музыки остается. Мне кажется, особенно важно как-то подвести нашего героя к этому перелому. Потому что в этой трехчастной структуре в середине там-пам-пам-пам, вот внутри этой серединки там тоже есть три части, да? Первая, она как бы про человека, который ожидает, а вторая про человека, который делает. Если в осенней песне было три части, первая про человека, который ожидает, вторая про человека, которого не получается что-то сделать, и третья, да, он наблюдает, то тут фактически большую часть произведения человек действительно деятельный. И у него есть все силы и возможности этим заниматься. Вот, поэтому... Мне кажется, особенно важным вот эта середина, самая-самая середина, которая начинается эпизода с Балконским, да? И каденция, потому что каденция его побуждает дальше быть вот этим солдатом на войне, и каденция его, собственно говоря, приводит к тому, что он изменяется как личность и возвращается уже не к себе домой. Такая немного привычная концепция, но для меня она работает. Что касается остальных, да, про думку. Прямо таки прочитаю. Потому что мне кажется, что вот Чайковский, даже если он не знал, я думаю, что он знал вот этот сборник или вот эти народные какие-то песни и стихи, то он обязательно как-то на них отозвался. Звучит следующим образом. Ой, там при долине, ой, там при лотоце, пьют мед, горилку, казаки-молодцы. Меж ними гетьман, склонив головоньку коню на гривоньку. Братья ж мои, братья, то мне тяженько на мое серденько. Ведь так я забив своего близенького брата родненького. Не дивитесь, братья, шо я брата забив, за дымом не видел, за стрельбой не слышал. Тащите, братья, возы кованы, выводите коней, кони вороны, запрягайте в шлеи ременные, вывезем брата меж трех дорог на бите гостинцы. Выпоклем ему глубокую долину, высыплем на нем высокую могилу.
посадим на нем троякое зелье. Первая зеленка, пахнущая мятка, чтоб упоминала его родна матка. Другое зеленка, кричащий барвинок, чтоб упоминал его весь его родок. Третья зеленка, Рудка Дребнесенка, чтоб упоминала его Мелисенка. Будут девки прихождати, то зелье рвати, будут моего брата, братца, вспоминати. Ой, не тот тут лежит, что панщину робил, а тот тут лежит, что войске служил. Ой, не тот тут лежит, что шляхом слугую, а тот тут лежит, что с турком воюю. Я уже начитался, но мне кажется, оно примерно про то же, про что и думка. А когда слушаешь, что писали славянские, как бы, наши братья, восточные славяне, да, Дворжак, я думаю, были другие композиторы, которых я не нашел, то... Чехи, западные славяне. Ну, да. Кстати, да. Ну, вот это вот все-таки... Вот это наше, украинское. Ну да, украинское, конечно, непонятно. Галицкая и Угорская Русь — это Галичина и Закарпатье. Откуда там казаки вообще говорили? Казаки всегда были где-то на восточном Украине, Запорожье там, так далее. Спасибо. Повод, кстати, поискать еще, посмотреть. Интересно. И вот это народная часть, а авторская, она более, скажем, оптимистична. То есть авторские вот, стихотворная думка и музыкальная думка, она стремится все-таки к катарсису в конце. Она стремится к нахождению себя в мире. И, естественно, от этого возникает более какой-то более удалой вариант окончания. Обычно думки, и, кстати, Мусоргский тоже писал парочку, и Дворжика, они двухчастные. Первая часть, да, вот то, что мы сейчас видели и читали. А вторая часть, она вот примерно на том заканчивается, на чем Чайковский только начинает свою драматическую перипетию. Вот, то есть на очень разухабистой, удалой такой песни. Вот. Я думаю, слушать мы их не будем. Промотаем. Интересно? Интересно, кстати. Можно послушать Дворжака? Знаете, очень интересно. Так, запомни, у нас еще минут 15 есть, да? А? У нас еще минут 15 есть. Дворжака. Ну, действительно интересно.
надо посмотреть. Понятно, не помню. Сейчас вот, сейчас не могу. Да. Вот. И примерно схожая структура у Мусоргского, скажем, у него есть комическая опера «Думка Парасия», комическая опера «Старочинская ярмарка» по Гоголю. И там есть «Думка Парасия». Что, тоже поставить? Мы так можем долго сидеть. При том, что они, в принципе, не сговаривались, я думаю, потому что Чайковский, скорее всего, не был знаком напрямую с вариантом Мусоргского. Мусоргский эту оперу не закончил. Да. Эта опера была... Вы меня простите, ради бога, я вот именно вот эти две записи я в упор не помню. Потому что я себе никто не подписал, а слушал я большой список, я сейчас боюсь собрать. Вот. Когда мы возвращаемся к думке Чайковского, то... она производит впечатление такой романтической фортепианной фантазии. Того, что к нам привез Лист, того, что изобрел Лист, то, что мы знаем как рапсодии, то, что у нас Балакирев писал Исламеи, да. Эти фантазии главным образом отличаются в своей вариационности. В «Думке» тоже много вариаций, и кажется, что вот это оно. Я хотел бы немного разобраться с тем, что такое вариации, как они работают. Вот, вариация — это, в принципе, одна из самых древних и самых таких базовых музыкальных форм, потому что она несет в себе очень простую идею. Если надо как-то дальше развивать ту мысль, которая пришла в голову, то нет ничего проще, чем повторить ее и чуть-чуть изменить. Повторите и еще раз чуть-чуть измените. Это очень дешево как в плане написания, так и в плане усваивания, потому что нам очень легко усваивать, мы не замечаем границ как бы между ними. И, ну, может быть, 3, может быть, 5, может быть, 7, не имеет разницы. Мы любуемся каждым новым каким-то, да, оттенком этой темы. Вот, собственно говоря, так это и выглядит. Есть основная тема, и к ней какой-то ряд вариаций. Вот. Но когда вариаций становится много, это все становится скучно, в конце концов. И хочется добавить в это дело какую-то драматургию. А какая самая простая, самая надежная как бы, форма драматургии? Да? Трехчастная структура. Вот. Вариации это решают традиционное как бы, решение трехчастности в вариациях, это добавление еще одной темы. У нас была есть тема. Султан, мы тебя послушаем обязательно. Есть тема, будем называть ее антагонистом, да? Есть контртема, будем называть ее протагонистом, антагонист, да? Тема и контртема. Вот. Они встают вместе, идет экспозиция, показ, вот первого нашего. Протагонисты, идет показ антагониста, они во всех красках предстают, а потом они сталкиваются в третьем разделе, и получается вот такой вот
вариационный цикл, называется двойные вариации. И именно вот этим занимается Лист в своих фортепианных фантазиях. Если мы возьмем самую известную рапсодию, вторую, то вот она тема, мы ее можем как угодно воспринимать. Фриска, другой танец. И потом они в конце сталкиваются. Вот, еще одно слово про вариации. И мы, как исполнители, вариации можем решать двумя способами. Мы можем пытаться провести основную тему нашего повествования сквозь них и смотреть, как с ним взаимодействует окружение, при этом пытаться ее сохранить, принести бережно сквозь вот эти все истории. А можем, наоборот, наслаждаться тем, как нас она изменяет, каждая вариация, наслаждаться тем, что новое. Вот. И на примере думки я хочу показать, как это решает Султанов, допустим, в полной вариационности. Совершенно другой путь, это, естественно, сохранить все то, что нам дает Чайковский. Огромное количество потрясающих исполнений нашел. Шикарных просто. На каждый день рекомендую Екатерину Мечетину. Да, это вот стабильный такой вариант, как, поскольку Кисина нету почему-то, то получилось, что здесь выступает от роли Мечетина. А так обычно, если хочется чего-то очень такого правильного, скажем так, то это Кисин. Но когда, значит, мы говорим, что Султанов играет, или Булкин играет, надо понимать, что мы говорим про конкретную запись. Есть, допустим, вот такая запись. Ты же сам на трубке. Есть предположение, кто играет? Образца 2017 года. Что? Это Тимофей Казанцев, образца 2017 года. Слушай, какая прелесть! Старая школа. Похоже, как будто бы старая школа. Да, но факт в том, что то, что я сейчас играл, совершенно не похоже на то, что здесь звучит, да? Совершенно. Вот. Так что мы всегда говорим, когда говорим об исполнителе, мы говорим именно в таком контексте, мы говорим о записи. А хотите послушать исполнителя, приходите на концерт. Он сыграет именно то, что нужно на концерте. Вот.
Спасибо. Так вот, с вариациями в думке все не очень хорошо. Это отлично. Да. Нелист совершенно. Потому что если мы еще можем вывести тему и контртему, то у нас никак не получается вот этой части, которая должна их столкнуть. У нас нет столкновения этих тем. Зато у нас есть прекрасная кода, которая маленькая. Кажется, что она уже как бы дает, ведет роль эпилога. Но если вы посмотрите на всю эту картину, то кажется, что это должно быть выглядеть именно вот так. Да? То, что я показывал в соседней песне. И поэтому я говорю, что для меня особенно важно, что показать, что эти две части, они полноправные участники всего процесса. Это никакой не фон, это действительно то, что происходит. Это один и тот же самый человек, который находится в разных этапах своей жизни. И у нас остается минут 5-10. Мы промотаем этих товарищей. Хотя, конечно, жалко. Это я вам уже сыграл. Вот это. Значит, пару слов о том, как мы можем решить трехчастную форму, как она может решаться. Вы можете это все послушать, это все есть в интернете. Да, если захотите связать часть себя с думкой, да? Вот первый вариант, когда все затухает, да, я показал, это «Осенняя песня», это то, как я сейчас играл думку перед вами. Но Чайковский также дает часто возможность, и в думке она реализуема в целом. Можно сделать и так. И это тоже звучит по-своему интересно. Возможность, когда вот эта реприза, полный повтор, является не трансформацией главного героя, а реставрацией его в свое изначальное расточительное положение. И в качестве примера я хотел бы вам сыграть «Белые ночи», «Май». Я думаю, после этого мы буквально еще пару слов скажем, и будет такое неплохое завершение нашего сегодняшнего вечера. Вот, как бы оно могло быть, да, если бы. Thank you.
А вот если мы предположим, что это происходит с думкой... Я вам быстро сейчас наиграю. То есть у нас есть... все происходит, да, и допустим... Горовец говорит, надо играть так. Кому какой больше импонирует вариант? С реставрацией или с трансформацией? В общем, вариантов очень много замечательных, если вам вдруг стало интересно, их можно все поглядеть. Они разные по тому, как решается вопрос движения. Есть, да, экспозиция середина реприза. Они находятся, во-первых, в разных соотношениях по темпам. Некоторые более плавные, они более перетекаемые, более певучие, особенно там Севидов и Плотникова. Некоторые более радикальные. Да, кстати говоря, тот же... Скажите, как его зовут? Султанов, да? Некоторые стараются охватить как бы всю думку с высоты птичьего полета, как Мацуев. В общем, это интересный опыт. Единственное, что не надо делать это в один день, потому что
ну, грузит. А так растянуть удовольствие, почему бы нет. И, конечно, живые концерты там промотать. Еще интересно решение тройки. У нас есть еще 5 минут? Да? То, что я называл Балконский, или тут я это вот называю Тарковский, вот этот фрагмент, он может оттенять серединку совсем другим, скажем так, эпизодом. Эту тройку хорошо показывает Селидов. Кстати говоря, Угоровцы, если мы захотим послушать, Угоровцы тоже это есть. Она как бы, наоборот, пробуждает человеческие чувства в этой вот, как называется, мускулиной, да, компании из людей, пришедших в полк, да. Вот, она более вдохновляющая, она более интересная. Допустим... чем вариант с ностальгией. Но, с другой стороны, мне ностальгия гораздо больше нравится в качестве такого универсального варианта. Поэтому, если какой-нибудь такой особенный аудитории приходил, я бы, ну как, с которой я больше знаком, скажем так, я бы уже им что-нибудь эдакое показывал. Вот. Но всегда концертное исполнение первое, с новыми людьми, там, более стандартное, чтобы быть больше, как бы более помником, да? А, Силев. Сам покажу. Молодец. Что касается каденции. Каденция наступает сразу после этого эпизода, да? И она может тоже нести разную роль. Мне кажется, что она несет роль воодушевляющую. Это как речь там, полководца, да? Перед началом всего дальнейшего, да? То, как пойдет дальше ход боя, ход сражения, во многом зависит от того, какая будет речь. Я не говорю про самих полководцев, да, про то, как мы это воспринимаем в контексте думки, да, про то, как мы это исполняем как исполнители. И вот я пытался создать такой вот образ думчивый, который откуда-то изнутри пробуждает чувство. С другой стороны, вот, если мы сейчас послушаем Мацуева, то это тоже дико хорошо, потому что, ну, просто на его энергию ну, выталкивает дальнейшее дело. Он немножечко лажает, ну, не по нотам. Простите его, пожалуйста. Баяна, сказителя, с гуслями, и это дело гораздо больше. Да, если вдруг попадается хороший исполнитель, который умудряется вот эту идею баянистости крайних частей пронести через всю думку, это звучит потрясающе. Но вариант, который может это показать, Лисица, он очень длинный, 10 минут, мы его не послушаем. Лисица, Валентина, кажется, Лисица, это украинская пианистка, которая живет в Америке. У нее вот эта думка находится в альбоме «Полное собрание сочинений Чайковского» 2014, кажется. Вот.
И она действительно это очень хорошо. Даже здесь. Это так играет здорово. Но я вот все-таки за строгость. И сюда же, даже пришли к серединке. Да, может быть, думка вообще исполнена более пасторальным, скажем так, ключе. Как в начале, так и здесь мы можем воспринимать нашего героя, который попал в эту ситуацию, да, полковую, не как готовым ко всему, там, стоп, да, а как такого, ну, пастушка, который, в принципе, сохраняет свою самость даже там, поначалу, насколько это может. То, как Чайковский симфонист проникает в фортепианное произведение. Да. Чайковский, как принято считать, очень плохой пианист. Не знаю, не могу сказать, возможно. Но факт есть факт, Чайковского играть дико неудобно. Это всегда какой-то вызов всему. Всей физиологии. Он играет не той физиологии, которую мы вообще привыкли пианисты играть, там, с Листа, с Рахманинова, с Шопеном. И часто он в какие-то оркестровые приемы вводит свои фортепианные произведения, не зная, что с ними делать. Очень яркий пример — это Баркаролла. Когда Баркаролла заканчивается... Фортепиано. Это должен быть группа тромбонов, которая пам-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 пам. Вот, мы стараемся изо всех сил это как-то симулировать, но у нас не всегда получается. Тоже вот касается вот этого эпизода, это конец середины. Да? Фишка в том, простите, дело в том, что Чайковский там поставил немца форта. Когда мы пришли там, на фортиссимо, там, пам-пам-пам, все погромили, очень сложно переключиться на мецефорте и сохранить при этом глобальность мысли. Оркестр это умеет делать. Оркестр Чайковского, особенно вот в его симфониях, они это делают прекрасно. Они постепенно они могут оборвать, начать с тяжелой группы, да, и очень медленно как бы раздуться. Я могу изобразить это отдельно, а в контексте у меня не получается, я не понимаю, как это сделать. И мало кто понимает, я слышал, по-моему, только одно исполнение и тоже забыл, какое. Мы в основном, но я себе записывал по каждому исполнителю, что я о нем думаю, что у него интересно посмотреть. И в первый день, когда я там послушал штук 10 исполнений, я забыл это сохранить. Я не всех успел послушать по второму разу. Вот. Значит, как это может выглядеть, если это сделать хорошо? Потому что оно чисто штрихово не соотносится. Там были штрихи молоточковые всю дорогу. И потом сделать их очень длинными очень сложно. Вот. Не то, что сложно, но звучат, плохо звучат.
это мы с вами пропустим. Какие-то мелкие детали. И напоследок я хотел бы сказать, что я бы очень хотел вам показать, как играет Рахманинов «Дом Кучейковского». Я, скрестя пальцы, значит, искал. Но, увы, я... Но... И поэтому пришлось ставить в лекцию Влада Мацуева, которого мы тоже особо не послушали. Вот. Потому что Рахманинов уникален тем, как он может сделать монолитную форму, как бы оглядывая ее с очень большой высоты, при этом не теряя выразительности в каких-то деталях. Это дано очень немногим исполнителям. Если у нас еще хватит сил, мы можем послушать, как Рахманинов играет на тройке Чайковского. Нам интересно? Да. Да. Вот, ну раз мы на этом слайде, сейчас, ну, давайте так. Да.
действительно обладает какой-то уникальной способностью очень логично это делать, как будто бы одно вытекает из другого. Мало кто этим обладает. Вот. Другим берем. Ну и завершить я предлагаю тем, что послушать еще раз думку. Мы еще готовы? Как вам лучше, чтобы я сыграл или чтобы сыграл Горовец? Горовец. Все, слушаем Горовца. Я хочу вас предупредить, что Рахманинов, что Горовец, они относятся как раз, как Маринья правильно сказала, к старой школе. Конкретно к романтической исполнительской школе. У них была немного другая культура отношения к авторскому тексту. В частности, когда Горовец или Рахманинов видит, что написана каденция, он играет свою каденцию. Вот. Это касается более мелких деталей, конечно, но вот, поэтому не удивляйтесь, что это будет немного другой текст. Это будет действительно интересно, я обещаю. Thank you.
Спасибо вам. Если у вас, да. Если у вас еще остались какие-то вопросы по всему произошедшему, то я готов ответить. У меня большой вопрос. Вот я многие училась в музыкальной школе, да, и училась играть на фортепиано, и я не понимаю, я всегда разбиралась, что между музыкантами и обычными людьми есть какая-то фундаментальная разрывка. Мне интересно, когда из вот этих детей, в какой момент из этих детей, разучивающих пьесы, появляется вот это интерпретаторы, исполнители. Это же что-то. Мы стараемся, чтобы это происходило сразу. Да? Мы педагоги стараемся, чтобы это происходило сразу. Это какое-то новое явление. Да, мы стремим. Вопрос в том, на чем. То есть, насколько хватает нашего когнитивного аппарата. Ну, как обычно, когда ко мне приходят, то я смотрю, докуда мы можем дойти сразу, что мы можем понять, что мы можем пропустить через себя вместе с учеником, да? И потом мы начинаем просто разбираться в более сложных вещах, и все. А вопрос, когда возникает именно свобода воли, да, исполнительская, немного более сложный, потому что, когда мы обучаемся, это зависит от нашего характера. У кого-то характер такой, что у него воля... своя, как бы, свободная воля, она гораздо выше сразу, изначально. И преподаватель, только немножечко подсказывает, да? Примет, не примет, может не принять. И есть какие-то варианты. Не всегда это хорошо заканчивается, иногда это заканчивается, наоборот, очень хорошо. Вот. Тут не угадаешь. А в принципе, вот мы стараемся, чтобы на том материале, который, в принципе, человеку понятен, он мог свободно высказываться, да? Проблема с музыкальными школами в часах, в оплате и в прочих прелестях, да, музыкальных школ, в отчетности. Я поняла. То есть я думала в детстве, что меня учат играть, а должны были, ну, по идее, это же способ мыслить. Да, да, конечно. Пользуясь случаем, я могу сказать, что мы этим всем занимаемся с женой. Ну как, я занимаюсь именно вот этим, да? Жена у меня больше специализируется по постановке голосового аппарата. Я бы к ней с радостью походил, сам позанимался, потому что у меня с этим большие проблемы. Но я понимаю, что это надо как бы собраться и потратить какое-то количество своих усилий. Я пока к этому не готов. Но я очень хочу. Вот. А я занимаюсь вот именно тем, сейчас, чем мы с вами занимались, только это еще проходит через ваши личные руки. И очень приятно, когда ты можешь сесть и чисто физиологически это сделать, там, не знаю. Особенно такие композиторы, как Рахманинов, они сразу в себя входят по всем жилам, это круто. Вот. Но и не такие громкие тоже входят, да. В общем, пожалуйста, если вам интересно, можете приходить, мы занимаемся со всеми. Вместе с взрослыми, что, пожалуйста. Еще вопросы? Ну тогда огромное вам спасибо за то, что пришли. Спасибо. Thank you.